Всем привет, с вами Алекс, и сегодня мы будем играть в Brawl Stars, потому что вы посмотрите, сколько вот там у меня кубков. Да, у меня скоро будет мега бокс, 2 кубка. Ну, сейчас у меня будет, сейчас возьму Вайпер, она крутая. Простите, что я буду так говорить тихо, просто это немножко такие. Проблема. Но я буду говорить тише, чтобы не мешать бабушке и дедушке. Ну, вы понимаете. Если нет, просто так. Нет. Еще немножко. Так. Попал. Давай, Франк, давай. Да, получил Франк. А? Ну понятно. Ну да. Ну хотя у нас сейчас будет. И да, очень много сейчас дают кубки, пожалуйста. Я не знаю почему, но да, у многих бомбит из-за этого, что они проигрывают много, но наконец-то марихуана стала крутым. Ну таким крутым, но да, ладно, мы поняли. И она получила мега сундук. Но это и все. Вот там, что внизу, это я открою, тогда у меня будет. То есть видит какой-то персонаж. Мне кажется, новый персонаж. Это какая-то Лего. Потому что был Джин. Потом, ну, Леон был первый. Потом Джин. Потом был Карл. Потом был Роза. Потом был... Короче, я не помню. Тик сейчас был, Биби было. Да, и сейчас должен быть новая легендарка. Ну вот, я хотел заснять видео, что у меня сейчас 606 тысяч кубков. Я очень рад. Спасибо, что вы были всегда со мной. Смотрели каждый мой выпуск, если вы не смотрели. Ну, или вы смотрели. Я очень вам благодарен. Еще спасибо вам. Я рад, что вы меня поддерживали, что вы подписываетесь. Я очень рад снимать вам видео. Если вы хотите мне помочь, ставьте мне, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик. Пожалуйста. Да, еще я булк купил вот такого, я только не смог заснять. Просто я сказал, у меня были проблемы. Ну, неважно. И всем пока!